Всем добрый день, с вами мистер Вселенная Алексей Нетесанов. И сегодня этого парня вы, конечно, уже видели. Это надежда нашего российского бодибилдинга. Этот здоровый парень в этом году принимал участие в соревнованиях. Были и победы, были и поражения. Ну, поражение тоже хорошо, потому что это учит нас идти дальше. А еще раз представлю его, Сергей Сергеев. Сереж, поздоровайся. Привет всем. И сегодня он, как действующий спортсмен, преподаст вам уроки позирования. То есть выходишь на сцену, и все, что ты наработал в зале, нужно показать. Это очень сложно, довольно сложно, иногда даже сложнее, чем тренировки в зале. Ну, впрочем, он сам обо всем расскажет. Поехали. Поехали. Еще раз всем привет. Начну с того, что мой соревновательный сезон уже закончился. Вот на мне даже видны остатки грима. Он не до конца смылся, но это все потом уйдет. Вот. Начнем с того, что я покажу сейчас основные позы, которые есть в бодибилдинге. Это повороты на 90 градусов, то есть пропорции, и потом уже обязательные позы и сравнение. Начинаем пропорции спереди, потом выполняется поворот на 90 градусов. И еще раз лицом к судьям. Сейчас я только что показал 4 обязательные поворота, которые называются пропорции. В этом раунде оцениваются пропорции спортсмена, общий тонус тела, его ширина спины, ноги. Оценка происходит с ног до головы. То есть мы должны максимально напрягать все мышцы, чтобы смотреться максимально грамотно, гармонично и красиво. Вот. Следующий, это был первый раунд. Следующий раунд на соревнованиях это уже обязательные позы сравнения. Их у нас 7 обязательных поз. Сейчас я их продемонстрирую. Я не могу,
du Weg auf den Markt. With Bar am Seier, wo sie den kleinen Krasch erklären. Er tut mir ein Fies an der mein Football, muss das für den Trophäe mit an die Wacht. Yeah, 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 yeah. Также есть еще третий раунд в соревнованиях. Это раунд произвольного позирования. Спортсмен выходит под свою музыку и показывает позу бодибилдинга, ну, в определенном порядке, какие ему больше нравятся, какие-то из классической эры бодибилдинга. Вот, какие-то, может быть, свои, креативные, там можно какой-нибудь костюм придумать соревновательный, что-то еще. Раунд произвольного позирования длится 1 минуту. Вот. Сейчас я покажу небольшой кусочек своей произвольной программы, и вы увидите, как это примерно выглядит. Надеюсь, пацаны посмотрели, как нужно позироваться на сцене, а девчонки насладились этим прекрасным телом. Ну а пока.